Здравствуйте, наши дорогие друзья и гости нашего канала. Сегодня я предлагаю вам сделать вот такую вот очень быструю, простую выпечку к чаю, а может быть просто на перекус. Я понимаю, конечно, мы все очень занятые люди. В наш век всезанятости и нехватки времени вот эта выпечка будет очень-очень кстати. Выпекается она буквально 15 минут при 180 градусах в аэрогриле. Готовится очень быстро, так как тесто у нас уже готово. Мы делаем только начинку. Итак, друзья, давайте приступим к нашей прекрасной быстрой выпечке. Итак, друзья, сегодня у меня, можно сказать, рецептик для ленивых. Когда хочется какой-нибудь выпечки, а стоять у плиты как бы лениво. Итак, для этого нам понадобится вот такое обычное блеттертайк тесто, творожок, зелень, какая у вас есть, это уже на ваше усмотрение, яйцо, конечно же, понадобится соль и перец, масло для смазки. Блеттертайк это, кстати, слоеное тесто. Итак, приступим. Сначала мы выкладываем в миску наш творожок. У меня это 30% творог, так как у нас жирная диета. И теперь будем нарезать нашу зелень. Нарезать ее будем меленько. В общем-то, вы можете взять любую зелень. У меня сегодня укроп и петрушка. Вы можете взять ту, которая вам нравится. Возможно, вам нравится кинза или что-то еще. Возможно, вы захотите добавить сюда базилик. Но у меня сегодня только петрушка и укроп. Конечно, с творожком можно сделать и сладкую выпечку. Но мне сегодня хочется немножечко творожок присолить и сделать его слегка присоленым. Вот такой сегодня выпечки мне захотелось сделать. Слегка присолим наш творожок и просто разомнем его картофелем мялкой. Можно, конечно, сделать и помельче, но я люблю, чтобы творожок ощущался. Не просто была как кашица, а именно чтобы ощущался. Теперь добавим сюда одно яйцо и хорошенечко все это вымесим, чтобы творожок у нас в выпечке был крепенький. Яйцо его как раз и скрепит. Так, и, конечно же, добавляем сюда нашу зелень. Вот практически наша начинка уже и готова. Теперь приступим к тесту. Вот тесто наше мы вытащили, и сейчас мы его смажем сливочным маслом растопленным. Вот так. Чтобы оно у нас было такое более эластичное, ну и, конечно же, более вкусное. Тесто мы смазали. Теперь вот так разрезаем его на части и будем выкладывать начинку. Выложили начинку и делаем вот такие вот маленькие надрезы. И получаем вот такие заготовки. Заготовки также сверху смазываем сливочным маслом. Заготовки наши готовы, и мы их отправляем выпекать в аэрогриль. Вот так ставим выпекать в аэрогриль.
А пока у нас выпекается первая партия, мы с вами закончим остальные и тоже поставим их выпекать. Кстати, можно смазывать и не только сливочным маслом, можно и яйцом, можно и молоком. В общем-то, это уже на ваше усмотрение. В общем-то, получается вот такой вот очень быстрый и простой у нас вкусный перекус. Может быть, к чаю, а может быть и просто так. В общем-то, это очень-очень быстро. И никаких вот копаний, не надо ничего делать, заводить тесто, что-то там. Это все очень-очень быстро. Тесто готово, начинка очень быстрая. Выпекается тоже очень быстро. В общем-то, всем приятного аппетита, друзья. Ну и вот, друзья, наша с вами выпечка буквально за 15 минут при 180 градусах в аэрогриле готова. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и будьте, друзья, всегда вместе с нами. Всего вам доброго. Пока-пока.